Всем здравствуйте, дорогие друзья. Вчера пытался выгрузить ролик, но что-то пошло не так и не получилось. В будущем сниму похожий. Но он про другую тему немного. В общем, я переселил тетров. Наконец-то. Долго формикарий находился вот в таком виде. Вот по трубке, вот так, хоп, и здесь соединял. И сегодня вот я стал в таком виде. Я им открыл все, закрыл тут, потому что формикарий этот плохой. Ну, не прям. Ну, он, короче, с Wildberries. Когда я был еще не оп, не заказал, я пока закрою. То они очень сейчас стрессовые. Пока поснимаю арену. Короче, жду, пока они будут размножаться. Когда их станет много, переселю их в какой-нибудь большой формикарий. Ну, я всегда мечтал, как бы на такой эксперимент. Возможно, следующим летом попробую сделать что-то подобное. Взять какой-нибудь формикарий, ну, гипсовый или самодельный. В нем прорезать отверстие, ну, как обычно для переселения. И туда вставить обычный шприц, например. Шприц, ну, небольшой вот. И через маленькое отверстие, чтобы и такую штуку поставить прям на улицу. Ну, летом там. С муравьями. И чтобы они могли прям выходить прям на улицу через этот сальник. Но матка никуда не могла уйти. Потому что я знаю, они будут в почву переселяться. Там сложная тема. Ну а так, ни матка никуда не денется, ни муравьи. Зато у них будет очень много места, пространства. Не то, что какие-то арены. Маленькие. Ну и буду выращивать эту семью до большого количества. Как их будет много, ближе к лету, тогда я и попробую это сделать. Вот так вот. Сейчас, может, они успокоились. Немножечко покажу еще. Они очень красивые. Вот это у них яйца. Если видите. Это муравья. Тоже вроде как яичко. Матка вообще перепугалась. Немного.
дальше. Обязательно лучше. Но самое интересное, эти муравьи могут стать хорошей такой альтернативой каким-нибудь, например, саленопсисом. Или, например, фидора. Жалко, конечно, их солдат нету. А то были бы прям великие фидоры. Вот такие муравьи. Вот как вы видите, у них птичка семья. Вот прям минут 20 назад я насыпал. Все уже затащили. Я попытаюсь еще их немного спасибо вам огромное за всю активность. Прям вот огромное. Если бы не вы, то не видать бы мне YouTube. Огромное спасибо. В будущем буду радовать вас новыми видами муравьев. Стараться над роликами, над контентом, над качеством. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.